исключить упражнение остатка высокостепенной культуры. Применяется в основном для подсолнечника. То есть вы убрали подсолнечник и вот этим агрегатом загоняете его, он заваливает эти высокие стебли, деформирует их, извлечает, рубит на небольшие кусочки. Вот. Значит, ну, собственно говоря, применяется при различных технологиях. Кто работает по нулевой технологии, загнали этот агрегат, он все это дело завалил, измельчил, сразу загоняете сеялку, она не повредит, берегаете от повреждения сошняков и прочих деталей дорогостоящих сеялки под дымкой. Вот. По минимальной технологии также позволяет экономить огромное количество топлива, поскольку можно заменить один из проходов дискаторов. Кто дискует два следа, можно один раз загнать вот эту машину, потом загнать дискатор, и эффект будет гораздо лучше, чем дискование два следа. Я сейчас попробовал, нашел несколько длинных стебельков подсолнечника, вот сейчас их сюда бросил, то есть, ну, какая-то имитация, да? Сейчас проедем, посмотрим, он должен их измельчить. Вот, собственно говоря, вот на такие кусочки лупят. Расход топлива.